готовы в горы? Да. Каким образом? А я на первом сиденье, я крутой. Я вообще за рулем. Сейчас вот в эти горы поедем. Будет красиво там. Будем буксовать. Теперь видно. Полындра. Знакомьтесь, это полындра. А у нас косички с поля одинаковые. Вот здесь проходит главная автомагистраль, федеральная трасса. Ее еще не отреставрировали. Трасса Таврида называется. Которая соединит Москву с Севастополем. Но ремонта пока не видно. Проезжаем под каким-то деревом. Друзья, мы уже проехали 400 километров. Вглубь горы. Эта дорога ведет в Амазонскую долину. И мы сейчас увидим, ребята, настоящих амазонских индейцев. Настоящих. Блин, здесь яблок столько. А попробуй, давай попробуем, вдруг они вкусненькие. Здесь можно, здесь была первобытная стоянка первобытных людей. Давай выйдем. Давай пойдем выйдем. Здесь жили первобытные люди. Но здесь у них была столовая. Здесь гостиная. Что ты топчешься по залу немытыми ногами? Ты взял бусы для индейцев амазонских? Бусы взял? Да. Они любят бусы. Бусы и огненную воду. Давайте спросим. И огненное пиво. Подожди. Давайте спросим про... И огненные камни. Парктроник работает, не помню. Фига себе, здесь такие разрывы. Хорошо, что мы на крутой тачке едем. Тимка разобрался с этим камнем. Молодец, братишка. Так, чтобы сейчас здесь проехать, надо немножко вот так вот встать назад, но не врезаться в камень в этот. Дорога все круче и круче. Выживем ли мы, ребята, останемся ли мы в живых? Очень большие обрывы, очень опасная дорога. Я бы назвал это дорога смерти, как в Перу или в Эквадоре, что там, как она называется. Пронесло меня. Чувствуете запах? Это мне пронесло. Идиоты. Или сначала один, потом другой. Ветер. Куда мы идем? К лесу. К источнику. Я за вами иду. Где-то впереди водопад. Майдан. Поднялись на перевал Дятлова. Идем. Где-то в горах Алтая.
Вероника. Я пошел купаться. Ох, как же офигенно. Бомба, просто бомба. Давай, Богдан. Холодный я? Давай, давай. Вода холодная. Ну и что, давай, все купались. Просто подходи по краю, да, вот так, о. Кайф. Ох, я еще попью этой водички. Okay. Мы плаваем в джакузи. Мы в джакузи. Джакузи. Вот, а что ты к нам приходишь? Я на камнях сижу. Удобно? Мы в пятизвездочном отеле. Здесь все сделано, как будто ты в горном каньоне. На самом деле это пентхаус класса суперлюкс. Сейчас прилетит вертолет, заберет нас отсюда. Анджелина Джоли в роли пилота будет. Так вот. Так все и будет. Да, выглядит как горный каньон, но на самом деле это ванная наша. Да. Это наша ванная комната. Да. Тут туристов пустили для антуража, типа, что мы в настоящем горном каньоне. Я пойду наверх. А на самом деле мы... Богдан, вот это полез. Ча-ч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 а-